Всем привет! Сегодня была нехорошая ситуация в нашей жизни, когда моего ребенка домогался молодой человек с славянской внешностью. Вызвали полицию, полиция не приехала. Написала в русскую общину, ребята быстро сориентировались, приехали, помогли. Домогался до моей дочки 11-летней. Мимо проезжали Росгвардия, мы просто выбежали, попросили у них помощи, чтобы его задержали, отвезли в отдел. Спасибо большое всем ребятам, кто помог. Очень благодарна. И дочка тоже. Очень всем благодарит. Фамилия, имя, отчество. Кельдубаев Нутлек. Отчество. Автан Дилович. Гражданин какого государства? Откуда ты приехал? Кыргызская республика. В России давно находишься? Да. За что Росгвардия тебя задержала? Ясно. К детям еще будешь приставать? Нет. Приставал к девочке на площадке? Нет, я просто разговаривал. Просто разговаривал с 11-летней девочкой, да, на площадке разговаривал? Обещаешь из России уехать в ближайшее время? Да, один-два дня я уже уйду. Бухаешь, почему сидишь во дворе? Ты приехал сюда зачем, работать? Площадки. Детская площадка, тут дети маленькие ходят, ты, мира просишь. Ты почему себе такое позволяешь? А у тебя сестра есть маленькая? Да? Если твою сестру вот так домогались, ты бы чё? Чё? Ничего бы не сделал? А тебе это сколько лет? Сколько лет тебе? Надо...